тест самодельной кавитационной мойки с помощью вот такой вот интересной химии. Это банка на 100 литров. Мы используем 50 литров. Поэтому сыпем пол банки. Ну, где-то так, для начала. Набрали примерно 50 литров раствора. И сейчас попробуем положить туда что-нибудь грязное. Ну, например, вот такой вот замусоленный маслонасос. А еще у меня есть корпус балансирных валов. То есть вот такая вот грязноватая конструкция. Только мы вкладыш уберем, пожалуй. Тоже положим сюда. Как-нибудь вот так. Есть еще у меня вот такая грязная клапанная головка блока цилиндра. Но она весьма объемная и целиком туда не влезет. Поэтому пока что мы ее попробуем положить на бок. Будет очень хорошее сравнение про то, что эту часть мы помыли вместе с фейри, а эту часть обычным моющим средством. Вот так вот. Ну и закрепим ее резинкой, чтобы она у нас никуда не убежала. Вот как-то. Вот так. И помним главное условие в применении данной штуки. То, что вода должна нагреваться. Вода должна быть температурой не меньше 62 градусов. Это мы проверим тепловизором. Ну и, разумеется, нужно подать будет воздух. Вот так. Ну что ж, включаем кавитацию и смотрим, что у нас с этого выходит.
Ну что ж, давайте посмотрим промежуточный результат. Ну, вот смотрите, 10 минут при температуре еле-еле 35 градусов, а уже какая разница. Это мытое, вот это не мытое. Мытое, не мытое. Мытое, не мытое. Мытая, смотрите, какие клапана красивые. Ох, не мытая. Я думаю, если сделать какую-нибудь последующую мехообработку, то да, можно достичь еще лучшего эффекта. Вот так, следующий. Балансирные валы. Сравните с тем, что было. Чистенько, чистенько, ржавчины фактически нет. И где-то тут был маслонасос, гляньте, даже номер на нем стало видно. И тут номер стало видно, офигеть. Ну, могу сказать, что химия работает. И это даже при температуре в полтора раза ниже рекомендуемой и всего лишь в 10 минутах обработки. На мой взгляд, отличный результат.